Рыба-кит. Папа рисует. Угадайка. Добрый день, друзья. Правила игры для новеньких. Я начинаю рисовать, а вы стараетесь угадать как можно скорее, кого я рисую. Тема загадок на сегодня – это лесные звери. Все, что я буду рисовать – это лесные звери. Собственно, вы можете уже угадывать. Кого я рисую? Усики. Полукруги. Глазки, ушки, зубки, хвостик, шортка. Правильно, это заяц. Я думаю, все дети угадали, что это заяц. Надеюсь, и взрослые тоже угадали, что это заяц. Следующая загадка. Напоминаю, я рисую зверей, которые живут в лесу. Сейчас пока получаются только зигзаги, смотрите. Зигзаг, 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 куча-куча, зигзаг, зигзаг. Ну, уже догадались хотя бы примерно? Ну, по крайней мере, носик уже можно угадать, и глазки. И улыбочку, и то, что много шерсти. И клыки. Теперь, я думаю, могу сказать ответ, потому что все ребята догадались, а взрослым я уже подскажу. Это медведь, он живет в лесу. Сперва я нарисовал ушастого, потом шерстистого, а теперь я буду рисовать такого зверя, которого вы точно знаете. Но кто? Догадайтесь. Точки-точки и штришочки. Опа! Что же это такое? Я могу подсказать. Это яблочко, а это улыбка. Ребята, кто носит яблочки на спинке? С такими колючками. Я думаю, дети-то догадались-то, а? Это ежик. Без головы, без ножек. Но у меня и с ножками, и с головой. Ежик. Теперь будьте внимательны. Загадка немного страшная. Такой зверь живет в лесу. И в сказках он встречается. И поросята его пугаются. А? Кто это такой с такой пастью? И клыками? А? Мне кажется, он очень такой недовольный зверь. Это серый волк. Тоже живет в лесу. Ррр. Угадайте, кто живет в лесу? Моя подружка? Попрыгушка. Труженица. Прыгает с ветки на ветку и собирает шишки. Вот она шишка. Вот ее мордочка нашей подружки. Кто же такая подружка? Мышка или лягушка? Ну, появился хвост. И правильный ответ – белка. Лесной житель – белка. Хрум-хрум-хрум, люблю орешки. А теперь сложная загадка. Но я сделаю одну подсказку. Это шапка. А все остальное не буду рассказывать, что это такое. Вот ни слова не подскажу больше. Шапка и все. Шапка, 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 шапка. У какого лесного жителя есть такая шапка? Я рисую, правда, синим карандашом. Не всегда можно догадаться, кто это такой, но мне кажется, можно все-таки. Дорогой кто такой? Дятел, дятел дорогой. В этот раз буду рассказывать, кого я рисую. Я рисую большое животное в лесу. Он всегда ест траву. У него есть копыта. Хвост, как вы уже видите. Ну, кто же такой? Догадались, кто это? Можно подумать, что это олень.
И у него есть рога, но если я нарисую эти рога, то все поймут, что это лесной лось. Да, именно так выглядит лось. И всегда ест траву с такими большими рогами. Я взял оранжевый мелок. И это подсказка. Я рисую оранжевого зверя. А еще подсказка, что это самый хитрый зверь в лесу. Догадайтесь. Вот появились лапки. Мордашка улыбается. Спинка и хвостик. Рыжая. Рыжая лиса. Хитрюга. В лесу живет много зверей, и сегодня загадок больше, чем обычно. Вот еще один зверь. Живет в лесу. Сидит на суку. Имеет такие закорючки, глаза, ушки, глазки. Уже видно, что и клюв имеет, и крылья. И, правильно, это сова. Последний зверек. И он очень маленький и живет в лесу. Догадайтесь. Ушки, хвостик, глазки, носик. Маленький-маленький. Правильно, мышонок. Рыба-кит. Папа рисует. Подписывайтесь на канал, ждите следующих загадок, а они выйдут на следующей неделе. А пока смотрите другие ролики. Про ромашку или про кошек.